первые задачи нового советника председателя облгос администрации по вопросам внедрения экономических реформ. Геннадий Фукс озвучил свои задачи и получил первое поручение. Подробнее об этом в следующем сюжете. И должен сказать, что чертовски соскучился по Запорожью. Ну, у нас не приняты такие выражения, поэтому вы сразу привыкайте к запорожским формулировкам. Пожалуйста. Извините, в Европе привычки другие. Геннадий Фукс в последнее время постоянно жил в Европе с семьей. Теперь решил, пора вернуться, считает. Для ускорения реформ и притока инвестиций необходим достойный уровень благосостояния граждан. Его может обеспечить соответствующий бизнес-климат. Удельный вес поступлений в бюджеты всех уровней от субъектов предпринимательской деятельности составляет только 30%. Геннадий Фукс уверен, надо сделать все, чтобы увеличить этот показатель. Моя главная задача – это быть коммуникатором между властью и бизнесом, сделать все для создания максимально комфортного бизнес-климата в Запорожском регионе. Гарантирую, что буду находиться в постоянном конструктивном диалоге с промышленниками и предпринимателями в части решения проблемных вопросов. Сегодня у меня есть только одна функция – вести диалог с людьми, слушать и слышать, поднимать проблематику, выписывать алгоритмы решения и подавать предложения губернатору. Ну, вы, пожалуйста, корректно выступайте и корректно давайте оценки. Ваша задача – все, что мы наработали, а наработали мы немало, сохранить и приумножить. Руководитель региона дал советнику первые поручения – разобраться с желающими построить на месте зеленой зоны возле универмага Украины развлекательный центр и лесом в Разумовке. Александр Пеклушенко считает, надо сделать карту зеленых насаждений и парков Запорожья и объявить их заповедными.